И еще об образовании. В России начинается очный этап Олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы». Как следует из названия, победители интеллектуальных состязаний получат право поступать в ведущий вуз страны без экзаменов. Одним из городов, где пройдет очный этап, стали Чебоксары. Почему бы не поискать в глубинках нашей большой необъятной страны талантливых детей, которые по множествам причин не могут приехать в Москву или в какой-то большой другой город и поступить. А наша Олимпиада дает большие возможности всем деткам, умненьким, приехать и написать сначала заочный тур, написать потом очный тур, выйти в победители и поступить в любой вуз сейчас уже по всей стране, то есть как в МГУ в Москве, так и у себя на площадках и в любом другом городе. Олимпиада «Покори Воробьевы горы» проводится с 2005 года. В Чебоксарах пройдет юбилейный 10-й тур. Около 100 человек из разных городов Поволжья и их родители уже приехали в столицу Чувашии. Завтра им предстоит сдавать письменные экзамены по выбранным предметам. В программе Олимпиады их 8. Математика, биология, литература, история и обществознание, иностранные языки, физика, химия. Участие в Олимпиаде абсолютно бесплатное. Процент местных детей, то есть чувашских, да, наших детей, наших школьников, 40%. Я считаю, что это очень высокий процент. И для Чуваши это великолепная возможность, ну, потому что поступить в любой вуз Москвы без экзаменов – это прекрасно. И, кроме того, мы не теряем надежды, что эти дети, они вернутся потом сюда, в нашу республику. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.